Доброго денечка или вечерочка, да и просто хорошего настроения. С вами, как всегда, Зипа. Сегодня у меня геймплей очень даже неплохой экшен-игры в жанре roguelike. Называется она Have a Nice Day, хотел сказать. Нет, на самом деле Have a Nice Death, что переводится дословно «приятной смерти». Как я уже сказал, это экшен в жанре roguelike, и его главным героем является никто иной, как смерть, полностью задолбавшаяся на своей работе. Но, как известно, у смерти нету выходных, да? Смерть всегда есть, будет, но это неотъемлемая часть жизни, такой небольшой философский отступ. Короче говоря, нам предстоит выступить, как я уже сказал, в роли директора смерти, и чьи подчиненные вообще потеряли берега и, собственно, перевернули с ног на голову баланс прихода и ухода душ. Придется схватиться за косу и навести, собственно, порядок в собственном ЗАО «Смерть». В игре присутствует довольно-таки большое количество различных персонажей, ярких персонажей, которые всегда готовы поделиться различными сплетнями. Например, личная ассистентка по имени Тыква может похвастаться головой вместо тыквы. Игра обладает довольно динамичными сражениями, в игре представлено более 30 различных видов оружия, улучшаемых заклинаний, из которых можно составлять по-настоящему крутые и смертоносные комбо. Как известно, по сути, своей смерть бессмертен. Ну да, логично. Смерть за собой не может прийти, правильно? Правильно. Ну и, естественно, накопленный опыт можно вбить в здравый смысл в сотрудников и начальников каждого отдела за его смерть, а потом еще раз и еще раз. После каждого захода вы получаете оценку эффективности. Это о чем и говорит про жанр roguelike. То есть постоянно нужно будет перепроходить, где-то дохнуть. Ну, по сути, не дохнуть, а возвращаться и заново все проходить. Ладно, давайте начнем. Вот такая вот у нас графика. Очень неплохо выглядит, приятно рисованная. Управление идет до более известное. И думаю, всем тем, кто играл в такие вот боковые экшены, она очень будет знакома и, в принципе, не составит труда в освоении. То есть здесь и участвует и мышка, и клавиатура, все как по старинке. Итак, это Патрик. Нет, не надо ничего сочинять. Есть проверенная временная инструкция. Нужно всего лишь... О да, это же наш директор, вы как раз вовремя. У нас тут творится настоящий ад. Брэд решил пускать всех подряд без проверок. Все до последнего отдела страшно перегружены, да и я тоже. Будьте добры поговорить со скорбями.
Ведь это они постарались. С возвращением, господин директор. Приятной вам смерти. Хе-хе-хе. Да, игра еще находится на данный момент в раннем доступе. Вышла она из тестирования в ранний доступ 8 марта. То есть достаточно недавно. По крайней мере, на тот момент, пока, когда это вышла игра. Здесь Гриетта. Ой, какая страшная Гриетта. Ну, очень странно, что она выглядит как мужчина. Ну, да ладно. О, здрасте, босс. Ну что, пора навести у нас в смерти порядок. Только давайте без травм на старте. Отлично. Небольшая разминочка. Я не слышу хруста костей. Левой, правой. Короче, сейчас небольшое обучение. Соответственно. Я же говорю, тут сразу все понятно, что к чему происходит. Это забавно. Так как я уже много раз был знаком с различными платформерами и подобными играми, в принципе, мне не составило труда вот так вот легко, не читая ничего, освоить, что вообще происходит, ну и как управлять. Так. Бенч! Короче, об этих нужно наковырять наше умение. Ай. Да блин. Мышка немножко теряется на экране. Да сдохнешь ты или кто? А, забыл, что здесь нужно... Вот это умение использовать, да. Прекрасно. Что дали? Огненная стрела. Эссенция. Смотрите, здесь вот такой вот как бы, ну типа инвентарь. Есть лор. Ну не лор, а в принципе рассказ об существах, враги. Есть сотрудники. Вот он Патрик, о нем описано немножко. Список оружия. Странно, что оружие, наверное, больше подходит на инвентарь или типа что одето. ЗАО «Смерть». Закрытое акционерное общество, да, если мне память не изменяет. И описание тех или иных локаций, зданий и так далее. Довольно прикольно. Довольно прикольно. Вот такая вот карта, кстати. Которая типична для, например, платформеров, да. Ну и видок у вас, вы ранены, да набрать форму... Так, я понял, хорошо. Нажмите Е, чтобы исцелиться. Понял, отлично. Аним раз за разом... понял, ок. Заметно подтянулись, молодцом, но не будем забывать, что пока что вам противостояли мои друзья. Они дали вам большую фору, потому что мне все должны кофеечек. А дальше все будет по-настоящему. Будьте начеку, ага. Ага, хорошо. Слава небесам, в следующий раз обучение можно пропустить. Покажи всем, босс. Ура. Короче, идем дальше. Ага. А, я понял. Они, те, которые там были, они меня просто не коцали никак. Не надо дуть на меня. Фу-фу. Ой. Ах ты ж, блин. Про шифт немножко забываю. А почему меня не пускают сюда? Понял, пускает. Фух. Вжух. Очень динамичненько, очень миленько, прикольно. На самом деле, наверняка там дальше сложнее, естественно, будет все это дело. Так просто я уверен, что ничего не останется. Ай-яй-яй. Я вам скажу, что уже не так уж и легко, как мне показалось с самого начала. Да блин, ты охренел что ли, дядя? Ну мы умение используем, ничего страшного. Призрак-босс.
Все международные компании делятся на отделы, внутри которых выстроена определенная иерархия. У призраков, как и у прочих сотрудников ЗАО «Смерть», тоже есть начальство. Их называют просто призраками-боссами. Главное качество этих управленцев – склонность прибегать к насилию и рубить с плеча. Ага, понятно. Брутуль Мьёльнир. Хорошая отсылочка. 15% к дамагу. Ага. Летит в цель и жжется. Что-то там заряжает, да? Давайте поменяем. Немножко недопереведено все. Ну, ничего страшного. Думаю, что главное, чтобы был основной текст переведен, то, что говорят все, какие тут разговоры, собственно, ведутся, о чем вообще происходящее все. 10 максимум маны, прикольно. О, настоящий звездопад, в самом буквальном смысле, безумная звезда. Урон маленький, маны до хрена стоит, не буду брать. У меня 60 маны. А есть какие-нибудь секретки, интересно? Отдел инвестиций, снаряжение. Это определенно весело. Я вам скажу, правда. Это очень весело. Ну, в принципе, пока мобы не сильно сложные, это весело. А потом, если там, конечно, будут такие мобы страшные, сильные, что будет жопу подгорать, конечно, веселье закончится. Начнется нервотрепка. Ага, понял. И все, что ли? Че, упало? Похилить себя не могу пока что. Почему-то... Кто-то я... Что это произошло? Вы выгорели дотла? Как это понимать? Опять заново, что ли, все? Кабинет директора. Последняя дверь. Так сотрудники ЗАО «Смерть» называют между собой кабинет директора. Несмотря на бесчисленные требования, которым должны соответствовать души клиентов, чтобы рассчитывать на приятную смерть, итоговое решение по каждому случаю принимает лично смерть. Он одобряет заявление на вечные муки, заверяет решение, заколдованное печатью, и негромко произносит некую короткую и торжественную фразу, знает которую только он и он один. Правда, в последнее время это действие превратилось в откровенную рутину. И представляете, сколько людей, существ умирает в день. Только задумайтесь просто на секунду. Опять минутка философии. Тыква. О, босс, как я рада вас видеть. Вижу Читбуль с вами. Какой же он милашка. А вы знаете, что Читбуль записывает для вас все важное? Просто нажмите Escape и готово. Он такой лапочка, но если честно, меня он немножко пугает. А, проклятие. Наверное, проклятие. Вот, смотрите, есть еще ветка развития. Прикольно. Пока непонятно, как она работает. Коса. Нашла коса на кабель. Так. А, ну понял, это общее меню, что ли? Блин, я думал, кто-то атакует. А что с этим можно сделать? Это типа те умения, которые я открыл и могу взять в дальнейшем? Или что? Джо.
Босс, доброе утро или вечер, а неважно. Скорби совсем отбились от рук. Целевые показатели выросли до небес. Обойдемся без подробностей, правда? У вас лишней пары слитков не найдется? Так, давайте уже шевелиться. Я же не вечный. А как ваши дела? Как родные? Как вообще? Нужны некие слитки для того, чтобы прокачиваться. Хорошо. Копьецо. Образец изящества и остроты. Одним махом ускорит список сотрудников вдвое. Железная рука. Правьте железной рукой в железной перчатке. Крут кинжал. Вперед с дороги кого угодно. Парира. К барьеру, сударь, этот клинок очень любит дуэли и споры, а также парировать чужие удары. Нихера себе. А, ну все это мне не по карману, я понял. Мне по карману только вот это, копьецо. Говнецо. Отлично, купил. Что толку-то от этого, непонятно. Огненная стрела. Ладно, погнали. Дин-дон. Когда игра выйдет из раннего доступа, я не знаю. Поэтому, что есть, тем рада. Объясняю в последний раз. Тыква. Так что запоминаю. Президиум — это универсальный талон. За него можно получить абсолютно все. Он покрывает любые расходы. Допустим, ты давно хотела купить что-то особенное, а у тебя марка его нет. Это нахрен мне этот разговор. Вот, что это такое? Видите, у меня нету никаких дополнительных умений. Вы можете посмотреть... Это сверху слева. То есть нету ни молота, ничего. А хилочка зато есть теперь. Так, пока что здесь ничего такого серьезного не происходит. Никаких боссов, никаких умений не выпадает, ничего. Отдел инвестиций, я уже там был. Кстати, здесь уровни процедурно генерируемые. Что повышает реиграбельность. О, что это такое? А, просто хилочка небольшая. Прикольно. Их здесь, кстати, видно. Когда кто-то где-то прячется. Это видно. Так, хорошо. Ну, опять будет босс. Только я без умений на этот раз. Расхерачить всех нахрен. Кадзикунай. Перепугает любого. Ок. На правую кнопку мыши умение это будет. Пока что. Огненная стрела, то есть сразу три умения, понимаете, да, можно использовать, и это круто. Еще можно и комбинировать, естественно, меняешь, заменяешь и получаешь другой билд, как бы сказать. А, здесь уже боссы, короче, блин, они по кругу бьют, это бесит. Уф. Ай-яй-яй, просто поймал на халяву.
Не пойму, эти руки постоянно, что ли, появляются там? Опасный этаж. Поехали на опасный этаж. А, вот это, походу, и есть выгорание. Пока что не вижу ничего опасного. Ага, повысило мне выгорание, я понял. Помимо хпшечки, мы еще видим такую шкалу под хп, видите? Серая и темно-серая. Это и есть, походу, выгорание. Если ее опустить до нельзя, конечно же, придется проходить заново. То есть в этом и есть смысл рогалика. Видите, как уменьшается очень сильно. Он прям плывет вниз, смотрите. Вот, я к боссу пришел. А, я воспользуюсь умением своим мощным. А это не до конца помогло. Просто умение ну, вот так вот. Не, это я брать не буду, говно. Хотя, может быть, зря, и я просто не понимаю, что это вообще такое. Ну да ладно. Кабинет смерти Джинджера какого-то. Что бы это все значило? Интересно придумана система выгорания. Это, конечно, это прикольно. Здравствуйте. Мистер Оша. О, директор, значит, вы решили покинуть пределы кабинета? С вами или без вас, ЗАО «Смерть» продолжает функционировать. Пожалуй, не буду комментировать этот факт. Ваше осуществление... Что он сказал? А я хочу перемотать. Ладно, усиленно перевыполняет все планы. Нам теперь тоже придется потрудиться. К слову, проклятие. Когда вы, возможно, помните, нападение на сотрудников среднего звена влетает в копеечку. Да и младшее звено денег стоит. Но с проклятиями дело идет веселее. Сами посмотрите. Вот и проклятие открылись. Смотрите, карточки какие красивые. Кровотечение наносит дополнительный урон каждым ударом. Эссенция — основная валюта ЗАО «Смерть». Переход... Итак, это основная атака, понятно. Наносит дополнительный урон, сменив оружие в ходе комбо. Давайте кровотечение поставим. Оно пассивное, надеюсь? Предсказуемо. Проклятие. Проклятие дает преимущество, но у всего есть своя цена. Это мне не нравится. Что-то я не вижу никакого кровотечения. Опа-на! Висельник. Да ты охренел, что ли? Я не понял. Что? Как это произошло? А, все понятно. Босс меня отфигачил. Вы выиграли дотла. Естественно, ребятки. Вот и золотишко, видите, я помер, получается. Ну как помер, смерть же не может умереть. Получается, мне дополнительное золото дают. На это золото можно купить что-то. Что ж, дорогие мои друзья, если вам это видео понравилось и казалось полезным, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Если вдруг вы все еще смотрите это видео, подпишитесь на мой Яндекс.Дзен. Ссылочка будет в описании. Берегите себя, всем удачи, пока-пока.